Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. В сегодняшнем видеообзоре мы посмотрим 6 посылочек, пришедшие из Китая. А начнем вот с этого замечательного малюсенького пакетика. Посмотрим, что же там внутри находится. Посылки куплены все с eBay, доставлены в Россию. Большинство с бесплатной доставкой до России. Так как почта Китая, видимо, работает за сам процесс работы. Так, первая посылочка. В первой посылочке у нас находится... О, да, в первой посылке у нас находится чудо-пленки для чудо-телефона. iPhone 5 Plus. Просил 5S, а не Plus. Их тут аж 6 штук. Будет чем заняться, если с первой, второй или третьей не получится. Стоимость пленок в России где-то, наверное, порядка... 3 баксов, а там центов 10-15, плюс бесплатная доставка. Очень выгодно, удобно, практично и надежно. Придет она точно. Кстати, приходит она очень быстро, буквально где-то, наверное, недели за 2-3 максимум. Спасибо за внимание, удачных покупок, всего хорошего.